оттуда не выгонят. Нет, 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 из армии не выгоняли. После армии зато я понял одну простую истину. Всегда надо принимать правила игры. Хочешь, чтобы тебе было хорошо по жизни, принимай правила игры, которые тебе дают. Вот. Будешь сопротивляться, будет плохо. Нет, не соглашаться, да-да-да-да-да, а принимать правила игры и находить свое место. Находить правила существования, как твое существование. Не просто говорить, ладно-ладно, все, воротничок стирать, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, не плыть по течению, а находить возможность существования, находить возможность, как тебе плыть, понимаешь, идти. На плоту тебе плыть. Значит, даже плыть можно по-разному. Можно просто тонуть, да, и тебя как вынести. Можешь за бревнышко держаться, можно корабль какой-то построить. Ну, смотри, в армии, пример, в армии. Можно не принять правила игры, просто отрицать все. И каждый, я считал, сколько у меня пройдет времени от люлей до люлей. 45 секунд проходило. Потому что я вообще отверг. Сказал, вы все козлы, я один красавец. Вот. И все. И так получилось. Я ничего не делал, никому ничего не пришивал, ничего не делал и получал. Можно было тут то же самое сделать, к примеру, если бы я знал, что мог, ну, можно было сразу дать кому-нибудь в морду и все, и на этом успокоиться. Вот. А можно было прям шестерить, знаете, вот так. Можно разные пути, разные везде. В театре тоже, вот в театральном. Тут я, наоборот, принял правила игры и никуда, ни налево, ни направо, все время, все свободное время, и даже поэтому развелся в первый раз, потому что я все вот так вот в театр, все в театральный, прям 90%, 100% туда ушел, вот, принял правила игры, там было легко. В школе не принимал правила игры, я не понимал, зачем мне эти домашние задания, это чушь собачья, я ненавижу это, хочу мультики смотреть, и был жутким двоечником. В театральном был отличником, потому что опять же принял правила игры.